Газета была прошлонедельная, и ты ее продал тогда за 10 гривен, по-моему. Ну ты смог. Сначала она нам дала 10 гривен за то, чтобы мы отстали, а потом еще 10 гривен за саму газету. Народ, вы поняли? То есть вы поняли? Это логическое задание. Юля, ты тоже в этом участвуешь? Да мы все отдельно распределяем. Мы, смотрите, ваше решение. Вот, смотри, благотворительность. Можете выдумывать что угодно. Нужно цветы купить. А вы громче кричите, нам придется. Нет, дело в том, что... Все погнали с этой тупой толпой. Нет, так вам действительно придется... Давайте так подойдем, будем куда-то хлопнем кошелек, заберем, оставим. Вы не реализуете. Ребята, пошли хотя бы в верхний парк.